Так, получили мы посылочку от Tyler Expert. Здесь у нас система выравнивания плитки от RotorFix. Так, распаковочка. Две упаковочки. В каждой упаковке по 10 пачек. Пачки у нас 100 штук на 1 миллиметр. Так, ну, одну можем убрать. Ну, это еще я хочу сказать, что схема, с одной стороны, она не новая уже. В принципе, пакеты они одинаковые, но содержимое у нас уже разное. Так как в прошлый раз мы разбирали предыдущую систему, вот она, такого вот белого цвета, 1 миллиметр. Меня, конечно, и эта система устраивает. Я чувствую его натяжение, фиксируется все отлично, но были жалобы, кое-кто не может фиксировать его своей силой. И тут придумали новую систему. В принципе, она ничем не отличается. Единственное, что она бесцветная. Вот эта вот система, та, что была. Белая и прозрачная, то, что разработали сейчас компания RotorFix. Вот такая вот прозрачная, тоже 1 миллиметр. Да, мы сейчас его попробуем, в принципе, на качество. Ну и сейчас, соответственно, мы попробуем его на разрыв. Он идет от 3 миллиметров. Вот. Ну, мы зажимали 3-миллиметровую плиточку им уже. Классно получается. И до 2 сантиметров. Экспертный расчет. Количество на квадратный метр. Ну, тут все как бы рассчитано. Смотрим, сколько нам надо. Система неплохая. Тут даже написано от 3 до 20 миллиметров. Так, ну что, попробуем. Так, ну а теперь я прямо вот здесь попробую на месте эту систему на разрыв, на затягивание. Новая, старая, да? Убираем, ставим. Ну что, тянем. Обратите внимание, он сейчас сам зафиксируется. Оп, все, зафиксировался. Держится и прокручивается только внутри. Тем самым у нас вот этот шов не расходится и не царапает плитку. Далее, вот он тоже зафиксировался. И также тянем. Так, все, вот они на уровне. Делаем оборотик. Вот так вот. Этот уже затянул, он уже начинает щелкать. Этот, в принципе, тоже уже затянул. Но у него нет такого щелчка. Вот. Все, затянул капитально. Этот тоже затянул капитально. В данное время они затянуты. Теперь попробуем на крепость. Так. Прокручиваем. Ну, тянется тоже довольно-таки тяжело, вот здесь чувствуется. Здесь щелчки. Я так скажу, после первого щелчка можно уже не тянуть его. Вот. Слышите, сколько уже щелчков сделала? И оно все держится. Здесь уже все. Уже легко крутится. Скорее всего, и вот здесь сорвало. Здесь пока еще держится. Все, уже я не могу. Так, новая. Отлично сбивается. Ну и также старая. Теперь посмотрим.
Так, ну что я могу сказать? Видно, что старая система начинает вот в этом месте вытягиваться. Новая, может быть, слегка так побелела здесь. Держит себя прекрасно. Повторим еще разочек. Поехали. Так, все, крутим. Оборот. 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 Все. Вот он начинает щелкать. И я уже не могу его крутить. У меня пальцем больно. Буквально 2-3 щелчка. Я думаю, что дальше крутить не стоит. У меня нет сил уже. Здесь же как бы можно крутить еще. Но, по всей видимости, здесь вот на стыке материал немножко все-таки слабенький. И разработчики немножечко поработали над системой и исправили эту ошибку. В данном случае здесь все четко. И затянуть его уже я не могу. Могу двумя руками только. Вот, слышали опять щелчок. То есть 2-3 щелчка достаточно, чтобы его затянуть до упора. Вот здесь же. Ну, так как есть. Поэтому некоторые мастера не могли определить, где им останавливаться. Да, пальцы мощные. И крутили его, крутили. Пока вот так вот он спокойно не начинал крутиться. Ладно, посмотрим на как будет он удаляться. Удаляется хорошо. Здесь то же самое. Ну вот он здесь даже у нас интересно, да? Вот он уже удалился здесь. Потому что я его перекрутил. Он здесь застрял. Вот новая система. Здесь все на месте, все четко. И старая система. Я еще его дальше перекрутил. И на разрыве у нас получилось совсем тоненький пластик. И он быстрее здесь разорвался, нежели там, где положено. То есть крутить эта система, в принципе, тоже неплохая. Но и надо научиться его фиксировать. Так, ну что, пробуем тянуть. Вот, слышим щелчки. 3 щелчка уже было. Уже у меня пальцы не держат. 4 щелчок. Вот уже 1 щелчок. 2, 3. Все, вот в этом месте болит, не могу тянуть. 5. Ну, я же говорю, 3 щелчка вполне достаточно. Так, ну и у нас вот здесь есть еще старая система. Ну, тоже туго идет. Чувствуется. Щелчков нету, но чувствуется. Думаю, перетягивать не стоит. Все. Теперь, как все это дело сейчас застынет, мы потом отобьем. Ну, вот так вот у нас получается. Мы фиксируем на стыках. Вот раз, два, три плиточки. Сжимаем, чтобы у нас получился один уровень. Да, плиточка получается идеально ровная. То есть на всех стыках
Пол просто идеальный. Тут такое качество можно добиться только, наверное, таким способом. Тем более еще и плитка горбатая. Так, ну что, попробуем отбивать. Отлично. Отбивается отлично. Ну, в принципе, все на отлично. Новая система, в принципе, показала себя достойно. Это тоже, в принципе, неплохая. Но вот, вот это в данный момент, она, конечно, намного крепче. Ну что ж, я думаю, что новая система тестирования прошла. Показала себя достойно. Ну, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео на вот эту вот систему, где можно приобрести. Рекомендую профессионалам.